В Македонии прошли в воскресенье внеочередные парламентские выборы. По результатам подсчетов 63% бюллетеней на них лидирует, набирая 43% голосов, Демократическая партия Македонского национального единства, действующего премьера страны Никола Груевского. Одновременно в стране также проходил и второй тур президентских выборов. По предварительным данным, кандидат от оппозиции Стева Пендаровски уступает действующему главе государства Георгию Иванову. Между тем, оппозиция уже заявила, что не признает результаты выборов, которые называют сфальсифицированными. Население Македонии составляет около 2 миллионов человек. Это одна из самых бедных стран в Европе. Уровень безработицы здесь превышает 28%, а средняя зарплата в этой бывшей Югославской республике менее 350 евро.